Поддержка программы «Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. «Кировский кирпичный завод» – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Добрый день, здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Для меня большая честь приветствовать в нашей студии заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, писателя-сатирика Семена Альтова. Семен Теодорович, день добрый. Добрый день. Вы приехали в наш город с концертом, с выступлением. Намечено оно на 21 апреля, субботу, начало 17.00, Вятская филармония. Я вам верю. Да, я посмотрел на вашем официальном сайте график ваших выступлений в апреле. Вы выступаете в 4 городах официально. Санкт-Петербург, Петрозаводск, Киров и Пермь. Все верно? Да, да, да. Я для себя, знаете, что отметил? В 3 из 4, кроме Кирова, городах ваша программа называется «Вчера, сегодня, завтра». Да. А в Киров вы приехали с программой «100 причин для смеха». Вот для меня в этом что-то есть. Ну, это накладка, которая ничего под собой не несет. Просто действительно до последнего времени это называлось «100 причин для смеха». Ну, а в последнее время, учитывая, что, глядя на то, что происходит в мире, как бы 100 причин для смеха не очень уместно, как мне показалось, и будучи в разных городах и до апреля месяца, я начал доставать какие-то вещи, написанные 10, 15, 20, 25 лет назад, чуть-чуть я их подсократил, они имели такой же успех, как и ранее. И у меня появилось ощущение, что в нашей стране, к счастью или к сожалению, мало что меняется. Поэтому вот это «вчера равняется сегодня, равняется завтра» мне показалось ближе к происходящему, к тому, что я делаю на сцене. Но, очевидно, это предыдущее название прорвалось... У нас здесь. Да. А программа-то это одна. Программа одна. По сути. Названия разные, да, одежонка разная. Ну, вот у меня слух сразу же зацепился. Вы упомянули как-то нехорошо, да, с такой программой, когда вокруг и в мире такое происходит. А что вас всего больше сейчас беспокоит? В нашей жизни, внутри страны, международной обстановки дел. Я думаю, что так же, как любого нормального человека, немножко тревожит вот это происходящее сегодня в мире и как-то уже очень... Взаимоотношения с Америкой, ситуация в Сирии, вы это имеете в виду? Ну, вот это я имею в виду. Великобритания в том числе и так далее. Как-то все это сплелось в один такой сплошной негатив и такое ощущение. Мне всегда казалось, я где-то читал, что... Дипломатия – это искусство договариваться, кто-то сказал мудро и правильно. Не доводя дело до драки, да? Да. А сейчас вот это ощущение, знаете, как на переменке, пацаны, там, на кулачках как бы стыкнемся, я помню это слово со своего детства, но учитывая, что это все-таки не школьный коридор, а это мир, и то, благодаря разуму человека, чем мы сейчас обладаем, ну, немножко рискованно и страшновато, потому что одно неверное движение, тьфу, не дай бог, и опять все начнется с динозавров, как я понимаю. Так что здесь рассчитывать, хотя вот сегодня мы с женой ехали в поезде, читали газеты, какие-то достаточно бравурные такие статьи. Кто-то мне это сказал, прочитав эти тексты, что действительно сейчас... мощное, может быть, мощнейшее оружие, когда, скажем, ракета долетает до того места, куда надо, скажем, условно, за 20 минут. Я говорю, ну, почему-то все забывают, что там ребята тоже не пальцем деланы, значит, ответная ракета долетит за 25. То есть мы проживем на 5 минут дольше. Я не считаю, что это такой повод для бурной радости. Вспоминая свою жизнь, когда-то вот такие обостренные обстановки были уже в Советском Союзе, в том числе, когда народ вот действительно каким-то местом, извините, чувствовал, что ну, слишком обострилась ситуация. Или сейчас как-то сравнивать даже уже? Знаете, это и правильно, и страшно. С другой стороны, что страна, которая перенесла такое и потеряла столько народу, и столько ран было нанесено, и как-то, ну, то ли вот это, правда, что время все лечит, оно, к сожалению, ну, действительно лечит все и вынуждает забывать все, даже самое страшное. Так устроен человек, наверное, потому что как раз Россия должна была бы помнить, что было, что творилось.
Но в последнее время и этот киновидеоряд, когда все это такую как бы... Ну, что... Все как-то очень здорово, ничего страшного в этом нет. Это совершенно неправильно. У нас у всех есть дети, родители, близкие, внуки. И тут кто-то заболевает, у тебя уже сердечко стучит, неровно ты переживаешь. Это страшная история. Об этом даже сегодня нельзя рассуждать. Потому это, в принципе, конец света, конец жизни на всей земле. Я не думаю, что где-то кому-то удастся отсидеться. Поэтому, когда вот говорят, что мы их... Сделаем с ними там. Да, все, вот что эти угодно. 5 призовых минут жизни, они меня не очень удовлетворяют. А что для вас сейчас является основным источником информации? Вы читаете, интернет, смотрите, слушаете? Я стараюсь меньше смотреть телевизор, я смотрю там в мире животных в основном. Кстати, там тоже все непросто, должен вам сказать. В мире животных, как и в мире людей. Да-да, там все-таки вот это, либо ты съешь меня, либо я съем тебя. Там это еще более наглядно. А интернет насколько в вашей жизни присутствует? Интернет, я из того поколения, я так слабо туда вхож. Я открываю первую страничку, какие-то 6-7 новостей. У меня ведется страничка в Фейсбуке, но я открою вам правду, это моя невестка этим занимается. Я не совсем понимаю, что там происходит. Поэтому я там в сторонке так. Хотя я знаю, что очень многие там сидят и живут, и рождаются, и умирают, и все делают. Я нет. Ну, больше с опасением или с уважением перед всей этой интернет-машиной, соцсетями и так далее. Немножко мне кажется, что технически эти все возможности, они немножко опережают наше сознание, поскольку я не математик, но если вот сейчас какой 2017 год, если поставить... 18-й уже. Да, человека пока одно за другим, там, я не знаю, ну вот скажем, 2000 человек всего, вот первый человек. И мы все внутри примерно все то же самое, как мне кажется. Все пороки, все грехи, все соблазны. Ничего не изменило. При этом мы вот оделись многие в хорошие костюмы, нацепили часы, сели BMW, мобильники. А нутро-то осталось тем же самым. Вот это раздвоение возможностей и того, кто ты, вот это меня пугает, что человек не готов. Слишком быстро рвануло все вот это техническое обеспечение. Насчет мессенджера Telegram в курсе истории? Я в курсе. Прям гудит этот пчелиный рой несколько дней уже. Я понятия не имею, что это такое. Это что? Ну, так вот в Фейсбуке или что? Это связи как-то людей... оборвать. Я не могу. Что это такое? Напугайте меня, чтобы мне стало страшно. Я не могу понять позицию Роскомнадзора, который решил заблокировать это все. И сейчас вот это, видимо, как медведь ворвавшийся, и вот он сейчас рвет и мечет там бурелом, не знаю, чем это все закончится. В общем, специалисты говорят, что решили запретить то, что в принципе запретить нельзя. Такие технологии. Ну, вот наше, что мы можем все сами, я говорю, хочется увидеть нашего даже того же чиновника, чтобы он отказался от всего импортного, я имею в виду все, что на нем и рядом, чтобы он остался в одних трусах, и начал пользоваться тем, что я не говорю о том, я не знаю, как у вас в вашем городе, в Питере полно вывесок, супермаркет, то есть очень много иностранных слов, которые до поры до времени все время носили завлекающий характер, что у нас не хуже, чем у них. Отказаться всего от этого, глуповато, ребята, пользуйтесь, но с умом. Делайте что-то свое, ради бога, пусть она окажется лучше того, что нам предлагают они. Вот это лжепатриотизм немножко тоже для меня странно. Мне очень симпатичен, надо признаться, Семен Теодорович, ход ваших мыслей и те термины, которыми вы пользуетесь. У вас было когда-нибудь желание в политику пойти? Например, тоже законодательное собрание Санкт-Петербурга, оно... Ну, есть там личности, которые создают хайп, как это принято говорить в последнее время, выступают с очень такими неоднозначными, противоречивыми законопроектами и так далее. Вот, было, не было. Я хочу вам сказать, поскольку я достаточно человек наивный, я всегда не представляю последствий тех или иных поступков. И вот в перестроечные времена я был достаточно известной фигурой в нашем городе, мы неоднократно... Иногда встречались с Анатолием Александровичем Собчаком. Где-то я тут смотрю, какая-то старая запись ДК Горького. Я выступаю, сидит Анатолий Александрович, за ним сидит Владимир Владимирович, который тоже меня, в принципе, как бы знал, по крайней мере. И, короче говоря, в те года
Мы там начали снимать какой-то телевизионный проект. На НТВ у нас был такой сериал «Недотёпы». Я был знаком с одним из банков того времени. Очень ребята расположены ко мне. Они мне помогли, чтобы мы все это сняли. Потом, когда очередные выводы, сказали: «Семен, давай мы тебя, чтобы там не было лишних дел». Я говорю: «Давайте, я человек благодарный». Mm-hmm. Мне жена говорит: «Ты с ума сошел? Ты понимаешь, что это такое?» Я говорю: «А что такого? Подумаешь». Короче говоря, когда шло голосование, они мне, хотел сказать, смс-ки, тогда, наверное, их еще не было, по телефону звонили, что, говорит, моряки за тебя, кто-то еще за меня. Слава богу, что на финише меня обошел один достаточно известный политик нашего города, и я не прошел. Это куда было, еще раз? Законодательное собрание. Вот самый, одно из самых первых. Поэтому Бог все-таки есть, и он решил, что я должен заниматься тем, чем я занимаюсь, и не лезть не в свое дело, как иногда многие люди поступают. Возвращаясь, да, к интернету, мы говорили, да, что коротко знакомы, а я вот посмотрел на одном из каналов, какие комментариями под вашими видеозаписями ваших выступлений. Их там очень много, кстати. Буквально сотни тысяч просмотров. Вы очень востребованный артист в этом смысле. Что вы говорите? Да, сотни тысяч просмотров. Буквально тех программ и роликов, которые были выложены совсем недавно. Вот я даже выписал для себя комментарии в ваш адрес. Какой настоящий теплый душою мужик и юмор у него тонкий. Человек-легенда, человечище, неподражаемый талант и голос. Обожаю Семена Теодоровича. Какая речь, и ни одного плохого слова, но скажет так, что и нецензурной брани не надо. Спасибо вам большое. Это мужчина или женщина? Вот не знаю, кстати, да, я по именам не подписался. Прослежусь, как сказать. Вот видите, ни одного отрицательного комментария не нашел. Хотя и не искал, да. Да, ну, спасибо. Ну, я вроде действительно ни в чем таком не замечен, я надеюсь. Хотя сегодня это не повод, чтобы мне облить человека грязью, как вы знаете. Давайте о вашем творчестве. Давайте. Насколько активно вы сейчас создаете, как принято говорить, контент, да, в последнее время? Пишите, садитесь за рабочий стол. Пишу, да. Во-первых, кроме этого, я ничего не умею, поэтому я и этим и занимаюсь. И я понимаю, что чем дольше я буду упражнять вот мозг, тем позже я его потеряю, хотя это неизбежно. Я мыслю, следовательно, я существую. Да, да. Я пишу, хотя выступаю поменьше, но вот сейчас, правда, немножко мучительный процесс, собираюсь ставить пьесу мою в театре Комиссаржевской, но режиссер, который со мной работает, молодец, он меня заставляет ее переделать 8 раз. Я уже возненавидел этот материал. Знаете, когда ты кончишь... Почему? Вот, потому что я все-таки мастер повествовательного жанра, а там нужно движение, как я привел ему пример, что вот если я на лыжах привык идти на бегашах, а здесь нужен слалом. Вот это мне дается пока с трудом, он меня заставляет это делать, и мы хотим, как мне сказали, вот, учитывая то, что происходит в мире, может быть, сделать свой каналчик маленький. У меня очень много коротеньких, сейчас вот мне присылают на телефон масса смешных, очень остроумных картинок, сюжетиков, фраз. Находок таких, да? Да, очень, но я чужого никогда не пользуюсь. Замечательные вещи, остроумные, тонкие, смелые и так далее. Вот, может быть, наберем из того, что у меня есть, и будет вот какие-то, шапочку надо придумать и запуститься. Раз люди, кому-то я нужен, пусть смотрят. Нужны, конечно. А дата конкретная определена? Нет. При премьера? Вот, нет, нет, нет. Я думаю, что это где-то к осени. Ничто вас не подгоняет? Нет, ничто. Угу. Осень, я думаю, мы уже это осилим. Мне главное пьесу эту спихнуть, я вздохну свободно. Я не могу, я устал от нее. Вдохновление, насколько часто посещает сейчас, что является основаниями для этих моментов? Что вдохновляет? Ну, я думаю, с вдохновением мы уже как бы расстались. Это моя работа. Если сидеть и ждать вдохновения, то неизвестно, когда оно явится, и к тебе ли, и вовремя, или нет. То есть это моя работа. Каждый день... творцов, вот, которые говорят себе, или которым говорят, надо написать, и вы садитесь и пишете? Нет, ну, каждый день, часа 2-3, я сижу. Я что-то правлю, я вот переделываю вот эту многострадальную историю, осматриваю какие-то старые записи. Ну, это как бы моя работа. Я... вдохновение, черт знает, оно... это такая странная субстанция. Это... Мне кажется, что когда человек, обладающий каким-то дарованием и вынужденный как-то зарабатывать деньги, садится за стол, вот это называется вдохновение. Когда надо работать, человек работает, становится привычкой и частью его жизни. Потому что когда я долго не сажусь, бывает несколько дней, что-то не так, мне не здоровится. Вот у докторов, как известно, есть такой принцип «не навреди», да? Когда он контактирует непосредственно с пациентом.
Вы, выходя на сцену, выступаете, вы тоже находитесь в непосредственном контакте со своими слушателями и зрителями, и они переваривают, да, сказанные вами, проигранные на сцене. Вы тоже на них как-то влияете? Вот у вас, возможно, тоже какие-то принципы есть работы на сцене? Не переборщить, не знаю, не перегнуть палку. У меня странно, как я думаю, я сам все-таки немножко так отдельно стою. Я все-таки один из предпоследних, наверное, представителей, как мне сказали, осмысленного юмора. Не коммерческого, вот рассмешить любой ценой. Сейчас молодые ребята делают это замечательно. Я все-таки всегда стараюсь что-то сказать людям. При этом я помню, но я в основном работаю один, когда-то иногда вместе, вот и Жванецкий вместе там мог быть, Задоров, они всегда собирались перед выходом, знаете, как боксер, никто не должен подходить, и пошел. Я, как вот я с вами достаточно в разобранном состоянии, я могу вот сейчас вот с вами говорить, вот там сын мне говорит, пошел, и я в таком же разобранном состоянии выхожу. И народ вроде бы это чувствует. Но за 40 лет я добился того, что, во-первых, когда я говорю «добрый вечер», они уже начинают хихикать, то есть с этим голосом у них что-то связано. Я потом 2-3 минуты, все, зал мой в любом городе, поскольку вот за 40 лет я набрал своего слушателя, зрителя в каждом городе. Дальше все идет замечательно, я не устаю, наоборот, мы как бы друг друга подзаряжаем. Они меня реакцией, я их тем, как я читаю. И более того, от ощущения свободы, раскрепощенности я начинаю играть что-то. Я чувствую, как я сделал паузу, повысил голос. Мне самому становится смешно, но вот ощущение раскованности, доверия зала рождает вот такую свободу. Ваш зритель, ваш слушатель, как вы для себя его описываете? Кто эти люди, приходящие на ваш концерт? Много ли молодых, которым близка ваша сатира? Я привык на улице, когда узнают, подходят молодые симпатичные девушки, просят что-то подписать, и говорят, моя бабушка вас обожает. Комплимент, да. Да, да. Поэтому бабушки бывают, но бывают уже и, как сказать, дети бабушек, и даже внуки бабушек. Бывает молодежь поменьше, чем было когда-то, но ходит, и я горжусь, когда несколько раз не скажу, что это после каждого концерта подходит, подписать книжку, говорит, мы воспитали своего сына на вашем чувстве юмора. Вот за этих ребят я спокоен. А свои творения каким-то более теплым отношением вы отличаетесь? Или все как-то вот они... Из того, что у меня... Да, да, то, что вы написали. Самое любимое, близкое лично вот к сердцу. Ну, лично к сердцу, я думаю, что у каждого творческого человека ему всегда кажется, что вот то, что написал вот сейчас, вот это и лучше, чем предыдущее. Хотя время и публика показывает, все расставляет по своим местам. Ну, вот это, ну, считается рассказ «Взятка» с газеты «Советский спор», знаменитый. Когда-то Жванецкий его назвал «лучший юмористический рассказ советского периода». Я его подсократил, его и сейчас можно читать. Тема «Взятки» в нашей стране любима, вечна, и даже, помню, в налоговой инспекции те самые люди, которые, может быть, имеют к этому самое непосредственное отношение, они с таким удовольствием смеются, что, мол, это все не про нас. В общем, вчера, сегодня, завтра. Вчера, сегодня, завтра. Ничего не меняется. Да, 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 да. «Взятка», да, помню, да, это произведение. Что касается, вот, да, молодых юмористов, вы упомянули, ребята хорошо, вы сказали, да, это все делают, но это коммерческие проекты, вы это смотрите, вы это слушаете? Ну, я говорю, что я вообще с телевизором стараюсь держаться, мы с ним стараемся. Не, ну, есть же та же радиостанция, «Юмор-ФМ» там есть, не знаю. Нет, в машине не слушаю. Нет, иногда смотрю Comedy Club, я говорю, ну, действительно смешно, очень смешно. Там один комик от Бога, это вот Харламов, Гарик, безусловно, все, что они делают. Остальные, ну, там же, это же целый холдинг, они работают серьезно. Это целая машина. Да, ребята, шутя, зарабатывают нешуточные деньги, и совершенно заслуженно. Очень смешно, хотя, повторяю, вряд ли что-то остается в голове, но они такую задачу перед собой и не ставят. В данный момент они людям заплатившим деньги, на эту сумму дают смешной, безусловно. А к КВНу как относитесь? Я знаю, что... К КВНу, ну, задают уже попроще. Это все-таки своя аудитория. Там немножко это какое-то спортивное состязание напоминает вот это восторг по поводу
любой фразы. Опять-таки, это есть хорошие шутки. Там это все, это уже бизнес. Там работают серьезные люди за какие-то деньги. Mm-hmm. Это все отработано. Но это все-таки для молодых. Я думаю, что так же, как я для более старшего поколения, так и КВН для молодежи. Они смотрят, и они правы. Это их замечательная история. Мысляков гениальная, где-то держится. Знакомы лично лет с Александром Васильевичем? Да, да, не скажу, что близко. Да, мы друг друга знали, где-то здоровались. Угу. Не знаю, вот среди таких уже взрослых, состоявшихся юмористов, выступающих на сцене, существует ли некая конкуренция? Там, не знаю, по показателям. Вот ты собрал столько человек в зале, а ты столько человек в зале, и как-то уже... Я думаю, что это всегда у тех людей, которые работают именно на количестве, конечно, это влияет. Конечно, это влияет. У всех оно разное. Сейчас вообще из-за того, что денег у народа стало намного меньше, даже крутые исполнители, где-то треть зала они не добирают. Ну, желание есть, денег нет. Ну, я очень спокойно, я очень уважительно всегда относился к Михаилу Михайловичу Жванецкому, который, несмотря на возраст, прекрасно работает, собирает залы, всегда замечательно мыслит, это все формулирует. Вот, я стараюсь тоже что-то, повторяюсь, мысленное делать, а все остальное уже из таких людей с бумажками нас, по-моему, больше и не осталось. Юмор на злобу дня. Насколько он популярен, на ваш взгляд, сейчас в нашей стране? Ну, это вот всегда повышает градус восприятия, это само собой. У меня никогда не получалось. Я пытался пару раз что-то такое сделать с отвлеком. Это не мое, это не в моем характере, мне это не получается. То есть вам нужно время, чтобы осмыслить, да? Нужно время. Или все равно дело? Я не то, что стараюсь. Вот, ну, вот на что-то лежит душа, а на что-то не лежит. Вот какие-то истории о чем-то, и как у меня вот есть эта давняя штука, трамвай, который одновременно идет по двум маршрутам, 49-й, 25-й, известный стоит. Вроде бы не про что, мне сказать, что это модель того, как мы жили, живем и будем жить. Поэтому второй план, наверное, всегда, когда ты о чем-то думаешь, он возникает, но так вот, чтобы в лоб с указанием фамилий, адресов, явок и паралей, вот такого доноса на действительность у меня нет. Вы путешествуете по городам, даете выступления. Где вам больше нравится публика? Так, если уж мыслить крайними какими-то категориями, в провинции или в столичных городах? Больших? 40 лет – это все-таки, с одной стороны, печально. Это можно легко вычислить, если он 40 лет выступает, сколько же он живет. 40 лет – это дата уже состоявшаяся или еще будет, уточнить? На сцене? Да, на сцене творческой жизни. Уже, уже. Да, а да. Особым образом никак не отмечали, не праздновали? Да, нет. 40-летний юбилей? Нет. Итак, про публику, да, спросил. Да, так я говорю, что я заработал в каждом городе больше-меньше какой-то свою аудиторию. Сказать, что здесь хуже, здесь лучше, примерно по уровню восприятия, по звуку, а это как бы смех показатель, поскольку я не смешу, у меня в основном юмор ситуационный, то есть людям надо иметь воображение. Раз они пришли, значит, они мои. И у нас общий язык со второй минуты, все сказать, где южнее, где севернее, громче, тише, примерно одинаково. Я накануне смотрел в записи ваше выступление по поводу корабля, где гранату бросали. Я подхихикал тут во время рабочего процесса, боясь помешать коллегам, да. Да, мне казалось, хотя вот сейчас уже время, у меня есть какие-то метражные рассказы, а время все-таки заставляет более такие ритм держать другой. Вот мне, я лет 5-6 считал, такой у меня рассказ есть, «Тюлечка». Мне казалось, что он очень близок всегда к нашей жизни, поскольку это про то, как самолет летит там в силу раза причин, он то и как бы вот падает, то вроде, значит, выпрямляется. И как ведут себя люди. Мне казалось, что очень близко к тому, что происходит сегодня, неопределенно завтрашнего дня. Хороший рассказ. Тепло всегда очень воспринимался. Мне самому казалось, что я что-то такое мудрое сказал. Но вот сейчас начал чувствовать, что немножко он длинноват. Длинноват? Длинноват, да. А сокращать нельзя. Поэтому я его... Сейчас же время такое. Мы же привыкли, да, от одного быстро на другое переключаться и так далее. Ну, конечно. Да. Вы же видите, люди перестали даже, вот я смотрю, смс-ки, даже не ответ, а значками, лайки. То есть речь постепенно будет отмирать за ненадобность, мне кажется. Вы против этого? Ну, жалко, конечно, хочется поговорить иногда. А вы слышите, знаете, как говорит современная российская молодежь, на каком языке?
где очень много всяких терминов зарубежных, заимствованных слов и так далее и тому подобное. Вот у меня случается, когда идешь по улице и... Там еще с использованием нецензурной лексики. Вот, нет, нецензурную-то я знаю. Да. И как-то нет. Вот ловишь себя на мысли, что вот-вот и ты тоже начнешь понимать современную молодежь. Вы-то ее не перестали понимать. Нет, мат-то я с детства понимаю, это как бы часть нашей речи. А то, что как они говорят, не знаю. У меня внучки взрослые уже. Нет, мы разговариваем, понимая друг друга, не употребляя ничего лишнего. Ну, сами принимаете? Воспитание в участии, в том числе и языковом. Ну, посильное. Нет. Во-первых, чувство юмора, я надеюсь, что есть у них от меня, поскольку иначе со мной общаться невозможно. Но сейчас настолько все заняты, задерганы с какими-то своими делами. Редко видимся. Ну, вообще связи немножко переходят вот в мобильную связь, да. Вместо такой человеческой. Ну, значит, такое время. Это Семен Альтов, заслуженный деятель искусств России, писатель-сатирик, который выступает в нашем городе 21 апреля в субботу в филармонии. Сейчас небольшую паузу сделаем и продолжим нашу беседу. Продолжаем нашу беседу. Семен Альтов, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, писатель-сатирик. Вот вы успеваете, приезжая в города, отдаленные от столиц, посмотреть, походить, как-то вот запах, эту атмосферу почувствовать города, не миллионника? Стараюсь. Вам интересно вообще это изучать? Интересно. Интересно, хотя вот я приехал сейчас с моей супругой, она человек молодец, несмотря на возраст, потрясающе любознательный. Это она меня по миру таскала, она. Я домосед. Но благодаря ей я объехал почти весь мир, ворча, но потом я всегда благодарен за это, поскольку, конечно, интересно. Конечно, это интересно и за рубеж, и у нас города абсолютно все разные, и люди разные, поэтому... Ну вот первое впечатление от нашего города. Вы несколько часов уже здесь. Ну, не успел, хотя уже, я вижу другой ритм. Да. Другие все равно все-таки лица меньше суеты. Темп движения людей и машин меньше, чем в Питере. Я уже не говорю про Москву. Мне кажется, что это ближе к человеческой жизни. Все-таки Москва более загнанная такая, себя загнавшая там в карьеры, в дела, в деньги. Уже очень это откровенно. Питер... Тоже он, хотя имеет какую-то легенду, вот говорит, петербуржцы, это совершенно другие люди. Так было раньше. Надеюсь, кто-то еще из жителей моего города оправдывает это слово. В основном уже тоже беготня, тоже суета. Здесь у вас вот все спокойнее. Я понимаю, что для кого-то это может быть и минус. Но я думаю, что у каждого человека, если есть возможность, он должен найти город, совпадающий с ним по ритму. Вот для кого-то нужна Москва, действительно Москва, для реализации его амбиций. Это сумасшедший ритм, количество контактов в день безумно. Вот ему это надо. Кому-то спокойнее и лучше думается, работается в каких-то таких городах. Кто-то вообще может уехать в деревню, как какие-то творческие люди делали и делают. Поэтому вот поймать, если есть возможность, ритм твой и ритм города, если это совпадает в резонансе, это всегда дает хороший результат. Но вы себя комфортно ощущаете в северной столице? Да. Я, наверное, похож на такой же вроде пасмурный, но иногда как улыбнусь, как будто солнышко на минутку вышло, да. На родине бываете? На Урале? В Свердловске? Бываю. Там была забавная история, потому что когда был жив отец, у меня как раз были гастроли. Он говорит, зайди, посмотри дом, где ты родился. Улица Шейкмана, там есть такая, там такой... Это как раз около было какой-то стадион, где я выступал. Кончилась зима, я вышел, нашел улицу Шейкмана. Третий этаж, там дом, все. Никого нет, снежок. Никого нет, в смысле, расселен? Не-не-не, даже не подходил, я просто нашел... Это окно, вернулся, так чуть ли не пустил слезу, выпил немножко, приезжает, отец говорит, ну как, я говорю, там вот так, он говорит, какой же восьмиэтажный, какой восьмиэтажный, короче, я пускал слезу не у того дома совершенно, там все снесли, но все равно вот этот момент как бы возвращения к первоистокам, вот эта слеза была приятно пущена. Урал часто сравнивают с Кировской областью, ну, какие-то вот по натуре, по разговору, по речи мы как-то с уральцами похожи. У меня лично родственники на Урале тоже живут, мне очень нравится в Екатеринбурге бывать. Но у меня другой вопрос. Вы, безусловно, знаете, что
Салтыков-Щедрин был в ссылке в Вятке. Да. 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 8 лет почти. Да. Находился здесь в середине 19 века, и считается, что историю одного города он, собственно, писал, да. Святки именно. Нет, ну, вы читали, безусловно, это произведение в свое время. Вот, и до сих пор там, некоторые высказывают свою точку зрения, что у нас в городе живут люди добрые, но вот не слишком какие-то там интеллектуалы, так скажем. Судить, наверное, рано пока вам. Ну, завтра посмотрим на концерте. По этому поводу. Да, на концерт. Кстати, когда последний раз были до этого у нас? Я вот сегодня там в телевидении... Руслан сказал, что был лет 14 назад, я ему верю. Это поскольку... Руслан Мамедов, Киров концерт, организатор вашего выступления. Да. Да, но у меня в памяти, я вот рассказывал, это правда, потому что лет 25 тому назад, если не 30, в вашем городе Олег Валерьянович Басилашвили, Светлана Крючкова и я после какого-то концерта с нами расплатились стиральными машинами «Вятка». Да ладно? Клянусь вам. И мы счастливы, не знаю, как мы их доперли. Нам, наверное, помогли какие-то грузовые вагоны. Как-то доперли их до дома, до адреса. И были счастливы. Это. Вот это я помню точно. И поскольку таких машин у вас... Нет, по одной. А, по одной. Ну, конечно, что, они здоровые-то. Ну... 14 лет назад. 25. А, 25. Это вот были советские времена еще, бартером, когда расплачивались. Я помню, что вот мы заработали по стиральной машине «Вятка». И тогда это было очень нужно, очень кстати. Долгие годы эта «Вятка» обстирывала. Вы пользовались непосредственно? А как же, не для украшения, она стояла. Перевезли домой и так далее. Она свою отработала. Да. Многие до сих пор с теплотой вспоминают об этой продукции именно Кировского завода. А как думаете, вот оценивая уже свои силы, все-таки возраст уже, как долго вы еще будете служить? Это вопрос не мне, а к врачам, как говорится. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, у меня достаточно приличный возраст, это я и не скрываю, но пока все работает. Пока все работает. Хотя, если раньше взбегал там на пятый этаж бегом без одышки, сейчас уже на второй этаж можно, нужно остановиться, передохнуть. Ну, вообще происходит изменение системы мер и весов уже. Килограмм весит больше, километр кажется длиннее. Ну, это девушки моложе и так далее, и так далее, и так далее. А себя в физической форме как-то поддерживать? Не знаю, у меня хорошая конституция, как выясняется. Вот от родителей, вы видите, я лет 25, я буквально грамм в грамм. Я могу... Не меняетесь? Не меняюсь, да. Тьфу-тьфу-тьфу, это нормально. Что-то внутри там, естественно... И раз уж я этим пользовался столько лет, оно, наверное, приходит в негодность и требует замены. Но пока тьфу-тьфу-тьфу, поэтому я так себе даю еще лет 10, я думаю. Вот я буду в здравом уме, смогу писать и ездить, и приезжать, в том числе, в город Вятку. Ну, имейте в виду, что у нас замечательные санатории на территории Кировской области есть. Заманиваете? Заманиваем, да. Да. От чего он лечит? От всего. От всего. От всего. У нас тут минеральная вода, у нас тут грязи всевозможные есть, воздух свежий и так далее, и тому подобное. Ну, у нас тут местные власти собираются развивать вот этот медицинский туризм. Уже прекрасно. Вот вы понимаете словосочетание «медицинский туризм»? Вот что такое? Ну, это звучит несколько парадоксально, почему нет? Медицинский туризм. Когда спрашивают, а чего лечите? А то всего, человек говорит, у меня как раз все. Как раз все. Лечите, принимайте, лечите, да. Фронт работы есть. Хорошо, буду иметь в виду. Поставили задачу, да, привлекать людей из других регионов, в том числе из столиц. Да, все, буду говорить, что лечат от всего. Это хорошая рекомендация. Да. Спасибо большое, Семен Альтов, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, писатель-сатирик. Творческих вам, творческого долголетия, как это принято желать. Всего доброго и хорошего выступления, и хорошего общения с нашей кировской публикой. Спасибо. Да, до свидания.